Привет, друзья! Меня зовут Репетитор Дмитрий. В этом видео я хочу вам показать еще одну такую очень простую, но очень полезную игру именно для изучения алфавита. И ребенок или начинающий запомнит обязательно, какая буква за какой следует, как они читаются, произносятся, ну, в таком духе. То есть, очень классно. У нас получается два таких веселых упражнения. Первое – это кто быстрее разложит буквы алфавита по порядку, то есть A, B, C, D, из такой перемешанной кучи. И второе, это еще интереснее, это сложить их по порядку только с конца алфавита и к началу, то есть задом наперед, скажем так. Поверьте мне, для начинающего сделать это быстро, ну не так уж прямо и не так уж прямо за полминуты и получится. Итак, смотрите, ну я вам показываю на всякий случай. Я не буду спешить, я не буду засекать там по времени, это не важно, вы сами засечете, кто хочет. Итак, моя первая задача. Вот я с другом играю, например, да? Моя очередь, я складываю по порядку. A, B, C. Вот этот перемешал. Вот. И вот так вот буду его тут, допустим, в две строчечки сделаю, да, или в три, потому что в одну не влезет. Смотрите, мы просим ребенка или начинающего, давай, поехал. И он у нас энергично, поверьте мне, а если еще буковка случайно повернулась кверх ногами, вот, и они разного цвета, и оно реально сбивает с толку. Казалось бы, что там, да, буковка B у меня буковка B страдает, тут она отпадает, поэтому мы ее прикрепим к буковке A. Вот смотрите, C. Я ищу, ага, потому что другого цвета, и A, B, C. Так, я ищу D. О боже, где же мой... А, вот. Прямо оно перед носом, а я не вижу, да? A, B, C, D, E. Так, где же это F? А, вот. F, G. Ага, нашел. H. О, J тоже устала. H. Так, где у нас тут H? I. Вот, видите, что бывает, когда китайцы делают букву алфавита. I. Так, J. K. Так, где номер? А, K. Так, начинаем второй рядок. L, M, стоять. Так, сейчас M у нас упадет. Вроде бы нормально они себя вели до этого. Я не знаю, устали, наверное. L, M, N, O, стоять. P, Q, R, S, T, U, так, V, иди сюда, это тоже, она слишком там прилипает, W, X, Y, Z, есть. Ну вот, понимаете, если это делать на время, и действительно человеку интересно, он начинает волноваться, а это волнение, оно работает, как получается, против него, и, ну, казалось бы, да, но я все-таки знаю алфавит, ну, не первый год английский, да, вот разбегаются глаза, буковки еще и разного цвета, повторюсь, и может быть, вы будете играть не магнитными, а на столе бумажными там или картонными, деревянными, кубиками, без разницы. Не, кубиками не годится, наверное, хотя, потому что там по 6 буковок с разных сторон, да, и у вас получится, может получиться так, что буков не хватит этих кубиков, да? Да, соответственно, кубиками, наверное, нас не покатит в этом случае. Нам нужны или магнитные буковки, или просто бумажные, или картонные, или сами с ребенком вырежете. Пусть они будут корявенькие, это супер. Если вы сами, ребенок сам выстрижет эти буквы, 26 штук, это просто супер. То же самое, если мы сделать на задом наперед, как бы вот так вот отсюда, то это вообще, я вам говорю, это, ну, поверьте мне, если ты спешишь, вот, попробуйте, перемешиваем их. Вот, я сейчас, наверное, не буду уже пробовать, чтобы не затягивать это видео. Перемешиваем их и вот так. Z, Y, X, W, V, пока ты вспомнишь U, ты полуалфавита перебираешь, что у нас там, T. Поверьте мне, это упражнение, вы один вечер поиграете, ребенок этот алфавит запомнит навсегда. Он будет его круче всех в классе знать, уметь. Любая буква, какая зачем идет, как читается. Там G, обычно где люди ошибаются? Да? G, J, вот J, G, ну I, J, G, вот такие вот эти буковки часто их путают. Вот. Ну, что тут еще путает? Ну, U, V, W. То есть он запомнит, что у нас, если задом наперед, то идет W, V, U. W, V, U. И заодно мы их проговариваем, то есть отрабатываем. Окей, друзья.
Я думаю, вы уловили мысль этого великого видео. Играемся с этими буквами. Чем больше мы играемся, тем лучше мы запоминаем, тем лучшим, в общем, тем большим профессионалом мы становимся в какой-либо отрасли. Ибо все, что мы делаем с улыбкой и в форме игры, оно навсегда в наше подсознание заводит те навыки, которые нам нужны. Окей, красивого вам английского и встретимся в следующих видео.